Ребят, всех приветствую, с вами Левша, и у нас стартовали отборочные на клановую потасовку. Это отборочный этап, это значит, что у нас сегодня и завтра есть шанс попасть в топ-16 лучших команд, которые будут играть и сражаться за главный приз, $10,000 за первое место и за второе место $5,000. Блин, а почему Wargaming не сделает какую-нибудь акцию для укрепов, чтобы резервы готовились за дополнительные кубы быстрее? Нет. Это многие говорили про это, но им пофиг. Ну, типа, реально, там бы доплатили кубов бы, и чтобы они быстрее, типа, готовились. Ну, может, и на экономику игры, как сказать, но вообще идея хорошая, мне нравится. Ну, это быстрее кубы сливаться будет, это же, наоборот, хорошо для них. Ну, да. Не, да, наоборот, да. Это же больше... Ты вот можешь 3 выплаты максимум юзать, а так ты сможешь юзать 5. А так 5. Ты бесконечно будешь фармить. А так ты будешь 5 юзать. Не, ну, так ты ж не... Ну, офигеть, сколько кланов... Так ты больше будешь играть при этом, по пальцам, да. Можно считать кланы, которые могут такое себе позволить. И 2 бонуса для клана. Скидываешь со всем кланом и активируешь. Да я пацаны, нет, просто суть-то в том, что такое себе позволить могут, типа, единицы кланов, мне кажется, не? Да, да нет, сейчас поход ли как-то фигня называется, сейчас многие могут позволить. Да, поэтому... Просто играя в рандоме, фармишь по 30к в 2 недели. Много. Ну, короче, так что это... И ты... Сколько одна выплата стоит? 8500. То есть один человек за месяц, ой, за 2 недели генерит 4 выплаты практически. Да, 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 да. А если 100 человек в клане, то это 400, да? То есть сейчас хотя бы одну могу включить, я подъехала. Ну да, я сейчас укреп, я так понимаю, изи отстраивается вообще. Да, Юра, ну, это можно... Типа, да, не, ну, это можно бизнес, тема, типа, можно бизнес бог, отстраивать типа. И продавать, отстраивать и продавать укреп. Угу. Тебя Wargaming не забанят, случайно? Да, я это не знаю, кстати, надо спросить. Wargaming, можно кланы это продавать? Продавать кланы можно? Аки нельзя, но кланы можно. Аккаунты нельзя? А можно кланы, аккаунт с кланами сразу? Ну это же, ты же можешь просто клан передать в другие руки и все. Ну за деньги, да. Ну никто же не знает, как мы передачи аккаунта не нашли. Так, ребята плюс один так и не нашли, походу. Плюс два, Макс. Плюс два. Подожди, да, я убью Мериторис, еще посмотрим. Да и не надо. Конечно, ты дебил сейчас. Ты мне два пробиться дал очко. Ты поглубеешь. Я должен поглубеть только, да. Ну давай. Да, да. Да. Пиздим его, блядь. Блядь. Тебя забанили, блядь? Да, да, да. Тебя забанили, я попал, прикинь. Да, на час. Бля, идиота кусок, блядь. Просто кусок. Просто кончалыга на командире. Долбанил. Я бы его навсегда бы забанил. Просто кончалыга на командире. Короче, дать тебе акция доната или нет? Подожди, стой. А смотри, тебя получается, если второй нечаянный раз забанить, тебя на неделю забанить, да? Нет, на сутки. А, ну нормально, сейчас сборочный как раз не пройдем. То есть мы сейчас без командира, правильно я понимаю? Да, да, да. Я так понимаю, Дима выезжает. Ой. На третий бой, на самом важном. Кто у нас командовать будет? Чё ты покал, как бы? Его забанили. Флагер, его забанили инсайд. Ну... Ты нам нужен. Отсталый дебил, хули. Я думаю, полностью согласен, инсайд. Полностью согласен с тобой. Других слов и меня ожидали. Но это не отменяет того факта, что ты нам нужен теперь. Да сейчас зайду. Не, ну не прям сейчас. Смотрим, как зайдет. Ой, ой, как хорошо. Вы его убиваете вроде. Давай я его подыграю. Дим, я горю. Вовремя я упал, походу. Ага, я сбух. Ты можешь убивать этого ебара. Я горю. Страйк, я падаю на своего. Ничего не было. Так АП было то когда? АП было 5 лет назад. 4 назад, да. Да. А можно еще раз чек? О, разменять там пару. Там бойцы пушат. О, я на базе тогда останусь. А, мне свертухи поджог просто в лоб кинули, и я пал. А, я умираю, я правильно понимаю, да? Заберите двое вверх, а сами просто разменить центр, и все, они вкатывают. Я как же тут снаряд-то долго летит? Ну, потому что дру 8. Да-да-да. Я так в киберспорте играл с таким пингом. Поехали, Ваня, его убьем. Вань, поехали. Кого? Киберспорт воняет. Блядь, там воняет. Стреляешь, он уворачивается просто. Убейте кто-то ГПРа просто. А тут без сервера вообще нереально стреляли. Было. А что-то у нас в говне все, пацаны. Не, все хорошо, все хорошо. Да, все пиздато. Слышь, шотник, без серверного не попадаешь. Никто не хочет проехать там фазу брать, Артака, да. Конкалена, помню, не, он фуловый. А я на этого пошел, кстати, я тут. Не, у него еще 2-2 загорел, это пран какой-то без. Мы сейчас реально проиграем. Ну, шутки шутками, да. Я люблю проигрывать. Все нормально, сейчас страйк, Зус убьет, это все нормально. Где там пизды сейчас зайдут? В ГТАшке. Такая разница. Я не попадаю. Не успел дать тычку. Ну, а ко мне можно кто-то перекатить? Ну, вряд ли. Третий кто-то вот сюда, блядь, третий. Один кто-то, третий, вот третий. Один кто-то, третий, вот третий. Выходи на него, выходи полностью. Я перееду. Да я перееду на каре.
Это зуб заберет. Нам идут тащи. Инвокер, соберешь что его? И на эту прыгну, слышь? Как хищник. Давай, давай, хищник. Давай назад. Белорусский хищник, блядь. Блин, да, да, второй. Я этот зубр ебаный, блядь. Твоих убивать там, левша Тим? Попущу бар. Ну что поделать теперь? Так, я зашел. Теперь по ту сторону воюем. Да мне похуй на игру. До свидания, хорошо сыграно. Силикон. Шатник, я их не вижу. Завтрашний не увидел. Так я ничего не вижу. Зукс, я двоих разрядил, чтобы Олег накидал. Да мне похуй. Свечусь. Я тоже разрядил двоих, понял. А им вперед. Не-не-не. Спасибо, Серег. Завтра это понятно, я просто. Ну, а потом все следующие выходные тоже групповой этап сложный. Там тоже я осуждаю на всякий случай домашнее насилие. Страйк там кота гоняет, что ли? Паш, дай шот на заказ. Погнали, мужики. Я знаю, да. Въезжайте просто нормально, и все. Семь въезжайте, и все. А им, стоп. Понятно. Убивайте ближние танки, никуда дальше не едьте, убивайте ближние танки. Ардвер, ты когда? Хорошо, дальше никто не дальше не пустится, стоп. На кемпе оставьте танки. Взорвите 500. Ближние, да, убивайте, убивайте пустого танка. Я закрою. На катке. Все, там и живите сейчас. Он КД, он КД. Все, закрывайте его. Надо разыграть еще другую часть карты. Го, я просто дальше запушу. Нас сейчас будет херачить. Мы дальше не смогли. На старта здесь закопайтесь, мы не поедем. На старта тут закопают. Да, нам нужно либо дальше запушить. Давайте фломы собирать. Давай я подъезжу. Давай. Экстрим, экстрим. Поехали, сейчас мы с Мэри поедем. Да. Давайте. Экстрим Вильф надо ехать. Верты КД надо ехать. Две КД? Много КД. Там много КД. Проезжай дальше, экстрим. Дальше. Там вообще жопа. Вкатывайте. Нормально. Потом хотели, сразу ваншотного заберите. В центре постарайтесь и браво. Нормально, просто ваншотного заберите. Я помогу, Паш, помогите понемногу. Да нет, тут так вы изи убиваете, не? Нет. Пробил ваншотного. Попробую шотник. Нет, тут два шотника. Да ведь 60-63. Минус два, шоперу. Там левый еще нет двушотный, слышите, за сэм целевая. Они перепушивают в ответ. Пак, взорвите или шотник. Надо уже отжиматься, ребят. Вам уже надо ехать. Там я нормально. Там... Макс, Мэри там за камнем стоит, останьтесь. Да. Скиньтесь по этому. Леопарду. По леопарду дашь? Шотный ебро еще. Мэри нормально забирает. Хорош. Хорош. Пейте дать. Ну, они фуловые. Стой. Нормально. У нас сейчас тифы приедут. А, там страйки. У нас тифы приедут, они сейчас убьют. Да. У нас все хорошо. Хорош. Один в деле. Топ-1 есть. Он догорит. Это горит же. Хорош. Йо, я помогу, если он пройдет. А мне нормально. Нормально. Но мы, кстати, когда вкатывались, у нас уже 3500 минут. Да, я челиком не дал играть, просто и все, не на 29-х. Просто обоссали 2.79 по засвету, получается. Ну, а я на Хюндайке сегодня поеду, не ездил на ней 2.5 месяца уже. Может, там уже бензин слили. Смотри аккуратнее. Не, так у меня по этот платная же парковка стоит. Она вообще заведет? А. Там наоборот залили. На платный заливают. А у тебя ежемесячная плата, да, Дима? Да. А это подземная какая-то парковка? Да, в доме. А, ну это кайф. Тогда она заведется еще. Сколько ты платишь за нее? 150 рублей белорусских в месяц. За одно место. Кстати, это не так уж и много. 4500. 4500 рублей, но у меня два места, да, считай. Это нормальная цена. Это вообще нормальная цена. Это нормально, да. Это нормально. Не, самый прикол, я тебе так скажу. У меня возле дома. Есть парковка там за 3500 рублей. Да всем насрать, Максим. Поэтому просто у меня парковка намного хуже и. Не, короче, дом и. Ну, под домом, короче, парковка вот. Ну, там все время тепло, как бы, этот, нормально. Нет, самый прикол, я тебе говорю, забавно смотреть. У нас там дохера еще свободных мест парковочных. А возле дома просто, я говорю, там тачка стоит, там по 100 тысяч баксов стоит. А им вылетел у нас, внимание. А им что, надо получится летом приехать погулять? Ставьте готов, Силик, там, Динамо. Да, я тут. Короче, самый прикол, что, я говорю, стоят дорогие тачки на улице, паркуются, а у нас дохера места еще свободно. Димон, это нормально, у нас тоже в Москве там приезжают в центр и номера стоят, закрывают на Мерседесах С-класса. Что ты думаешь, для такого? Бумажечки туда вставляешь, чтобы за парковку не платили. Карточки, да, там. Гелендвагены стоят здесь с номерами. Ну, именно поэтому они на Меркедесах. Или говно залепят. Да нет, Толян, не поэтому. Я бы им залепил. Не, у меня вот Hyundai пристроена, X пристроен, и все нормально. Ага.
Че не на X уже поедет? Я как-то на Hyundai парковочное место тоже покатался бы, блядь. Это страшно было. Нормально это было, че? Да, это типа. Чтобы вы понимали, мы просто типа едем, я говорю, Димон, мы как бы это, ну, не по главной едем. А, да? Там был знак. 1907 здесь. Давай, Серёга, как думаешь, есть кто тут? Фармите. Поехали. Принимайте. Чифы, выходите на мид. Поехали. Поможете мне 89. Да мы их принять не сможем. Только на первую вторую работайте. Го примем этих чифов и совков. Конечно. Только на первую вторую арту работайте. Вот, можно. А, вы убьете его. Чиф перманентный. Фок Толику динамку. Вы его убьете. Принц, не спеши, ты дождись, ты не торопишься. Не, вам надо влево убиваться. Влево надо, нам влево хлопок, отлично. Ну в смысле? Мак, добил шотного. Мы чифты наберем, алло, можете не получать от него. Сами, Сазам, забирайте его. Экстрим от Экстрайк, вам надо быстрее добивать и помогать мне с 29-м. Давай. Понятно. Он жопой, алло. Блин, у нас никого в К1 не было. Бля, у нас перекрёт. Давай! На первый, второй все грустно. Я понимаю, да. Вам надо проходить дальше. Пойдем проходим. У них нету ничего. Пойдем сюда. Быстрее. Я понимаю, убивайте мид и убивайте базу. Ну типа... Мариш, доигрывайте еще. Артака, да? Убивайте чифа. Ебрика, вот этого убейте чифа и арту здесь. И все. Арта вторая КД, обе КД. Давай. Два арту. Вы на арте можете убежать? Но нам нужно мантикору сюда перегнать. Нам нужно мантикору сюда перегнать, чтобы она осветила. И в мид-топор давайте пушат. Просто кайтите, страйк, просто кайтите. Они на вас будут сейчас ехать без остановки. Все. А, вот сюда вот, откатите в угол, откатите в угол. Да, вам надо просто кайтите, все. Под арту. Левшан, тебе надо быстрее забирать и ехать. Да. Экстрим просто аккуратно играет. Я заберу его. Да. Все, Левша, выходи, помогай на мид. Вы убьете там? Экстрим, едь за ртой, заедь. Да, арта сейчас Левша, помогай мид, они уже выходят на тебя. Занимай на эту арту, пофиг. Просто мид убивайте все. С разных сторон. Ну что, сука, по одному, блин. Красава, не зря. Шотник. Да насрать. Не, в next раз надо, мы же типа видим заранее, просто сюда за бункер переехать. Ну, да. А блять, 330, 340, давай охерели. Доиграйте, убейте их. Да, еще доиграется. Быстро. Олег, лучше вот на внешку выходи, да, ты хорошо стоишь. Заруинил. Шот нас прицел. Да это, блять! Че, слив из-за этого? Тихо, командир! О, там нормально. Нет, это вообще... Нидин убьет своего еба, там все нормально. В моменте все херово, да? Да не, нормально было. Да плюс-минус. Ощущение, что Димоном баг нассали. Мы здесь не смогли не потерять. У нас был бы тут один чиф, здесь один чиф, он бы развалил. Да замраз, по мне стрел. Да, Олег, блин. Да, как ты заколебал, Олег. Да, Максим там стреляет по стрелу. У меня 5 секунд. Я уже второй в него попал, блядь. Пишет, там киндер вчера какой-то донат был сумасшедший. Вау. Звук. У кого был донат сумасшедший? У киндер. Киндер сюрприз ей подогнали, получается. Киндер молодец. Большой киндер. Получается так. Знаешь, который на Новый год. На Новый год киндеры большие там за 1000 рублей. Киндер пиндер я люблю, да. А чего? Киндер пиндер. Кого? Киндер чувак. Это немецкий киндер. Все любят пингви. Да, не киндеры, походу в детстве были левша. Так я бы не развивал эту тему. А то ты звук забанил. Деревянные киндеры. Походу тебе не те яйца дарили. Да, блядь, старую шутку смог её, смотри. Это, конечно, это, блядь, плохо на самом деле. У тебя психика разрушена, тебе надо психотерапевту срочно. Надо нормально яйца поесть. Психотерапевт. Психотерапевт. Называй его как хочешь, но надо срочно туда. Здесь без психолога не разобраться. Здесь без 1500 голды не разобраться, я считаю. Да. Не, я недавно думал насчет меня? Толя, я думал насчет стримхаты, чтобы собрать Рина, тебя, Бибу, такую флаг. Ох, ебать, это мясо будет. В кладе-то пасешься, блядь.
Так вот, кстати, рухло там будет. Главный алкоголик и кальян еще ему. Андрюх, Андрюх. Ближе к лету, если вы готовы, я... Бухла, кальян нам давай. Так, Андрюх, можешь все вместе совместить и все. Да, да, да. По сути, да. Да, вы можете и на стримхате потусить, но сначала турик лучше, а потом стримхата. Я представляю, а то после стримхата, мне кажется... А то бухи привалят. Да, то после стримхата, мне кажется... Дима, иди нахуй со своим туриком, блядь. Лучше налей. Знаешь, домой, мир, начинаем, катка, Биба такой, или я такой... Я мафия. Я выхожу из игры. Убивайте меня. Доктор, доктор, где ты? Помоги, блядь. Доктор, открывайся быстрее. Открывайся, помоги мне, доктор. Да. Доктор, скрывайся. Достал эту бритву и вскрылся. Ведущий такой жалился просто над Толиком и такой говорит, доктор, вот этот вот. Я заменять этот колесо Биба будет выполнять, да. Не. Мутикору убирай, не знаю. Главное, не курить. Омега, СТРВ вам нужно очень. Как убирать? Ну так убирай, нам нужно. Тогда я СТРВ поставлю. Я поставил СТРВ. Да, она у меня боновая. Я свой калик принесу и все. Буду самого курить. Дети, как это. Не, она боновая. Представь, каждый со своим каликом. Трофейный прицел у тебя есть? Да-да-да, давайте. Да, у меня трофейный прицел есть. Откуда он? Куда вы СТРВ взяли? Это кальяна 8 нужно было. Я попросил уже. Потому что это самый сильный соперник в группе. Не, короче, вы что, блядь, распоясались? Ходите не Дима на ЛТшку, блядь, он совсем уже оборзел, блядь. Вы на стерву встает, блядь, так. Там на всякую хуйню. Дима хотел тут поставить. Ладно, короче. Я на стерве играю. Этот, Нидин, возьми, пожалуйста, какой-нибудь. Ну, он все время здесь на стерве, он и так, блядь, играть не умеет уже. Да, хоть постреляем.